Девочки, никто не видел мой амулет с фиолетовым камнем? Он пропал! Нет, я не брала. Джилл, а ты чего молчишь? Что ты сказала, Флорида? Я не расслышала, я просто тут платье выбираю на бал. У Флориды пропал амулет, ты же любишь брать чужие вещички. Джилл, ты надевала мой амулет? Во-первых, Флорида, я давным-давно не беру твои украшения. А во-вторых, возможно, амулет взяла мама. Она там собиралась с кем-то на свидание. На свидание? Почему мы об этом ничего не знаем? С кем у мамы свидание? Девочки, откуда я знаю? С кем мама пошла на свидание? Я у нее не спрашивала. А вообще, скажите, пожалуйста, какое лучше платье на бал выбрать? Черное или красное? Бордовое. Или красное. Ты же любишь бордовый, красный цвета. Стоп. Это если мама пошла с кем-то на свидание, она в кого-то влюбилась. Надеюсь, ухажер мамы не придет к нам домой знакомиться с нами и называть нас детки. И говорить: смотрите, что я вам купил. Эклеры со сливочным кремом. Ненавижу сливочный крем. От него появляется жир на боках. Если мама надела мой амулет на свидание с каким-то чуваком, я и дома сделаю выговор. Ребят, посмотрите. Тут Гвен что-то выложила во всех соцсетях. Ребята, в школе поселило зло. Зло, которое хочет меня свергнуть. Но у них не получится. Это зло Флорида и ее сестры. Скоро бал. Давайте сделаем королевой Гвен. Не дадим злу шанса. Что? Это мы зло? Офигеть! Вот видите, Гвен уже готовится стать королевой, а мы, девочки, с вами сидим и греемся в этой теплой комнатке. Хорошо, мы тоже можем снять видео. Да, давайте снимем видео и тоже во все соцсети. Ребята, всем привет! Сейчас абсолютно все готовятся к балу, и мы с моими сестрами тоже. Советую вам выбрать королеву, вампиров, кого-то из нас. Самых достойных, самых справедливых и добрых. Гвен Брехуха! Это она зло, а мы за справедливость и правду. Отправляю. Если все будут за Гвен, это будет большая ошибка. Да, она уничтожит всех, как Ванессу, и останется одна в этом городе. Пока ее не прихлопнет охотник. Брехуха! Ну, девчонки, конечно, красотки. Ну, просто... Да, нам повезло, у нас самые лучшие девчонки. Одна из них должна точно стать королевой. Королевой станет Сирена. Ты вот, твоя Сирена выпуклые глаза всех бесит. У нее дар, она может видеть ночью. А я-то думаю, почему ночью из-за угла сначала глаза появляются, а потом сама Сирена. Знаете что, пацаны, я ваших девушек не обзываю, и вы мою тоже. У Сирены глаза как фары на дорогой тачке. Как фары на дорогой тачке. У Сирены новая кличка. Фара. Да знаете что, пацаны, я с вами больше не общаюсь, поняли? Я обиделся. Прикиньте, королева вампиров Фар. А знаете что, я завтра вашим девчонкам придумаю клички, и они будут похуже, чем выпуклые глаза. Тео обиделся. И кличка не выпуклые глаза, а Фара. Как на дорогой тачке, Тео. Я передумал уходить. Страшно, везде охотники ходят, но я все равно обижу. Короче, пацаны, я за то, чтобы корона досталась Флориде. Королева Флорида, королева ее сестры. Да! Посмотрим, кому достанется корона. Ладно, если Флорида станет королевой, я стану королем. Тебе назло. Тео, ты договорился. Я пошутил! Я пошутил! Я на вампирский бал. Одену перстень, мама. Пускай он всем слепит в глаза. А я одену бабушке. Гробик тоже ничего. Стоп, девочки. У этих ненормальных видео набирает больше лайков, чем у нас. А я тебе говорил, Гвен, не нужно выкладывать видео, потому что будет ответка. А я не знала, что они сообразят. Да чё, они популярны. У них в ТикТоке и в Инстаграме много подписчиков. У них есть ТикТок? Да. Я подписан на их ТикТок, Гвен. Все нормально, чисто поржать, честно. Они снимают такой кринж. Да, ты видела прошлое видео? А позавчерашнее? Вы что, обалдели? Какого вы подписываетесь на ихние соцсети? Подожди, Гвен, ты что, будешь за нас решать, куда нам подписываться, а куда нет? Ты на себя слишком много берешь. Хорошо, подписывайтесь, сделайте их звездами, но я останусь без короны. Гвен, мы тоже хотим корону. Если есть риск, что я буду без короны, значит без короны должны остаться все. Гвен, это хорошее решение. Если ты не станешь королевой, тогда королева не станет никто. И к чему все эти разговорчики? Значит так, сегодня ночью мы украдем корону, и королевы не будет. Как?
А вот так, девочки, корона будет стоять у меня в комнате. И внутри я буду чувствовать, что я королева. Класс. Ну, если королева ты, то и мы тоже. Девочки, вы что, глупые? Квен самая лучшая. Слышали, кто лучше? Подождите, если там наряжают все для бала, значит там кто-то будет. Да никого там уже не будет. Время позднее, все пойдут спать. Ну что, готовимся. Через час выдвигаемся. Мы тоже? Все. Девочки, ну что? Флорида, ну если нас спалят? Никто нас не спалит, все будут спать. Ну неужели вы не хотите взглянуть на корону для королевы вампиров? Хотя бы одним глазком, девочки. Хотим. Значит, пойдем. Джексон по-любому мной гордится. Джексон, я у тебя храбрая девчонка. А еще Джексон, Флорида запала на Джастина. Джейл, ему это не обязательно знать. Джексон нормальный парень, я уверена. Он смотрит на меня сверху и гордится мной. Ну что, девочки, готовы? Готовы. Девочки, у мамы Грейс сегодня отличное настроение. Поздравьте меня. Мама, ты брала мой амулет с фиолетовым камнем. Вот так вы встречаете маму? Сразу про свой амулет. Да, я брала амулет. Я ходила на свидание с Нельсоном. Круто, мам. Мы так за тебя рады. Ну и где мой амулет, мама? Не хочешь мне его вернуть? Он так подходит мне под мою фиолетовую шубку. Девочки, почему вы так прицепились? Амулет. Я подарила его Нельсону на память. Как это мило. Мама, больше никогда не бери мои вещи и не дари их Нельсонам. Девочки, не надо так о Нельсоне. Он же завтра придет с вами знакомиться и принесет вам эклеры со сливочным кремом. Мам, мы не любим эклеры и сливочный крем. Больше никогда не бери мои вещи. Этот амулет с фиолетовым камнем был подарок от Джексона. От Джексона, которого ты считала плохим парнем. Флориде как бы неприятно. А мне неприятно, что вы не радуете за свою маму. Я от вас такого не ожидала. И я ждала от вас поддержки. Флорида, успокойся. Это был мой любимый амулет от Джексона. Какая она красивая. Интересно, кому она достанется? Давай на раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ура! Мне корона достанется. Нет, Лили, тебе эта корона не идет. Отойди, а то она сейчас упадет. Она прям размером под мою голову. Урус, сделай, пожалуйста, лимонад. Ребят, я закрываюсь. Урус хочет спать. Урус хочет отдыхать. Пожалуйста. Нет, все, ребят, я закрываюсь. А мы тебе хотели на чай оставить. Себе оставьте, ботаны. Все, давайте, до завтра. Завтра бал. Завтра убирают королеву и короля. Я всю ночь не усну. Карин, ты спи, спи. Может, тебе приснится, что ты станешь королевой? Девчонки, как вы думаете, я стану королем? Вы видели видео, Гвен? Она же всех подготавливает для того, чтобы все голосовали за нее. Видели. А вы видели видео Флориды? Она тоже сняла видео со своими сестрами. Завтра узнаем, кто станет королевой. Завтра узнаем, кто станет королем. Девчонки, мы ваши короли! Ботаны, не подкатывайте к нам! Эх, нам не светит ни девчонки, ни корона. Может, в следующей жизни повезет. Нам не везет ни в этой жизни, ни в следующей не повезет. Пацаны, сфоткайте меня! Ю-ху! Лили, ты не королева! Лили, отойди от короны, ты ее повредишь! Эта корона должна быть моей, чтобы никто меня не цеплял. Все, всем пока, до завтра. Ботаны, уроки закончились, можете идти домой, а мне нужно заполнить журнал. Карен, если хочешь, мы можем тебя провести. На улице страшно. Много охотников. Нет, спасибо, за мной приедут родители, домой. Ладно, пацаны, до завтра, я домой. А прикиньте, королем стану завтра я. Забудь. Нужно подобрать на завтра наряд. Мы что же претендуем на звание королевы? Что же мне надеть? Ну что, надеюсь, мы станем завтра королевами. Спокойной ночи, Нора. Спокойной ночи, Дора. Спокойной ночи, будущие королевы.
Класс. Вот и корона для королевы. Какая-то она странная. И я думала, она будет круче. Я думала, здесь корона будет для супер-пупер королевы. Неважно, девочки, все равно с этой короной ты будешь королевой. Слушайте, девочки, у меня есть идея. А давайте каждая из нас наденет корону и сфоткается в ней. Да, вдруг из нас никто не станет королевой. Что, кто первый? Давайте я. И если вдруг я не стану королевой, я смогу подписать фотку. Почти королева. О, мое чутье меня не подвело. И я так и знала, что кто-то захочет украсть корону. Ничего себе, Флорида, ты решила украсть корону и стать королевой? Не получится. Так что делаем, вызываем полицию? О, вы посмотрите, кто пришел. Вообще-то мы пришли сюда, чтобы посмотреть на корону одним глазком. А что здесь делаете вы? Гвен, ты эту корону надевала 5 раз. Ты точно сюда пришла не посмотреть на нее? Что, Гвен, пришла стырить корону? Это же очевидно. И дружочку своих привела. Вы посмотрите, что они себе позволяют. Девочки, я 5 раз становилась королевой, и 6-й раз тоже ею стану. И вы мне не помешаете. Я предлагаю вызвать полицию, и пусть арестуют этих воровок. Да, сначала хотели украсть личный дневник, Гвен, а теперь добрались до короны. Да, Флорида, я с тебя в шоке, и с твоих сестер тоже. Ладно, не нужно никакой полиции. Мы уходим. Гвен, ты дашь им уйти? Конечно нет. Ой, сработала сигнализация. Ты ненормальная, Гвен. Психопатка. Что, ради своей популярности решила идти по головам? Ну давай, посмотрим, чего ты добьешься. Сейчас сюда прибежит Грейс, и я посмотрю, что вы ей скажете. Ой, в очередной раз решили что-то украсть. Обалдеть, корону мы сегодня не украдем. Получилось даже лучше, чем мы задумывали. Девчонки попали. Вряд ли воронок допустят участвовать в конкурсе на королеву. Гвен, ты же знаешь, мы не хотели воровать корону. Повезло тебе с таким чутьем. Ребята, только что я словила воров, которые хотели украсть корону для королевы. Девочки, улыбнитесь, я вас снимаю. Ребята, теперь вы понимаете, что королева должна стать точно я. Что произошло? Почему сработала сигнализация? Девочки, а вы почему не дома и не в кровати? Мам, мы потом тебе все объясним. Гвен, а ты что здесь делаешь? Грейс. Я почувствовала, что хотят украсть корону. И решила это предотвратить. Флорида, это правда? Вы хотели украсть корону? Мам, конечно нет. Она все набрала. Мы пришли просто взглянуть. А вот что здесь делала Гвен, это вопрос. Быстро домой. И вы не участвуете ни в каком конкурсе на королеву. И балла для вас никакого не будет. Мама! Домой! Хорошо, мама. Очень жаль, что ты нам не поверила. У меня все получилось. И вы домой. Конечно, Грейс. Только сигнализацию заново включим. Вот это Гвен, что она наделала? Подставила девчонок. Пацаны, я предлагаю, хватит церемониться с этой Гвен, пора ее уничтожить. Вот блин, там и Сирена была. Твоя Сирена такая же, как Гвен. Ты самый ужасный подруги в этой школе. Может это, девчонкам домой? Ну, вы прикиньте, возможно мамочка Грейс уже видела это видео. Я думаю, к девчонкам тогда лучше не идти. Пацаны, просто напишите им, как они там оказались. Они что, хотели украсть корону? Болван! Их подставила Гвен! Подставила? Это крутая подстава. Вы позор! Как вы могли опозорить так свою маму? Мам, да мы ничего не сделали. Подумаешь, просто хотели посмотреть на корону одним глазком. Мы хотели посмотреть на то, за что мы собираемся бороться. Не врите. Сначала личный дневник, Гвен. Теперь корона. Да что вы вообще о себе возомнили? В общем, понятно. Мама нам не поверит. Знаешь что, мам? А мы думали, что ты только нам веришь. Мы не собирались воровать корону. Нас просто подставила Гвен. Вы теперь находите отмазки. Сначала все началось с личного дневника Гвен, а теперь корона. В общем, вы наказаны. Спокойной ночи. Ладно, девочки, раз так случилось, значит так должно быть. Все, теперь нам не светит ни бал, ни тем более корона. Спасибо, мама. Личный дневник. День 16. Сегодня мама подарила мой амулет своему новому ухажеру, какому-то Нельсону. А
еще нас подставила Гвен. Походу, нам не видать ни короны, ни бала.